А он проседает, спрессовывается. Потом надо фокусы только гонять, чтобы их разбуторило нахуй. Правильно? Но... Я-то и как не понимаю этого. Положил ты, да? Вот снял ты коврик. Положил. Тут же новый положил. Чистый. Пошел работать. Пока ты этот тут промывал, хуевал там, блядь, что-то хуйня. Тот забился. И вот так вот, блядь, раз в 3 часа, в 4 часа. Ну, хуй, забиваться меньше, наверное.